Ох, шумит ветер. Не на шутку. Доброе-доброе утро, друзья! В Одессе похолодало, как ни странно. Начался июнь. Наступило лето. Наконец-то долгожданное лето. Что мы наблюдаем? Наблюдаем то, что погода портится, похолодало. И начинает моросить такой легкий-легкий дождик. Ну, я думаю, что он усилится чуть попозже. Но, во всяком случае, начинает что-то такое с неба сыпаться, какая-то морось, что не свойственно июню. Поэтому многие, кто ожидал сезона, конечно, расстроились. Но я думаю, что, как всегда, в Одессе погода меняется очень короткое время. Поэтому будем надеяться, что и в этот раз этот дождь ненадолго. Ой, шумит, шумит, шумит. Шумит ветер. Да, у нас, конечно, похолодало, ветер, я даже вон потеплее оделась, как вы можете видеть, и, конечно же, согреваюсь чашечкой кофе, но кое-кто вообще не мерзнет, вот где горячий парень. На улице у нас, я не знаю, наверное, плюс 10, похолодало. И, конечно, все начали одеваться, начали утепляться. Горячий чаек, кофеек пьют. Но горячие парни не сдаются. Если я начну мерзнуть, я отращу бороду. Чтобы теплее было, да? Да, буду как Карл Маркс. И еще молодежь сейчас любит. Да, да, да. Ну, конечно, тут меха такие, которые, конечно, не дают замерзнуть. А молодежь отращивает бороды. Да, это да, те, да. Кто ездит в маршрутках, они, чтобы не уступать место пожилым. Чтобы вот, старше выглядеть, да? Чтобы выглядеть старше. Так что, ребята, у нас прохладно. Прохладно стало, и прогнозируют на несколько дней, ну не знаю, многие же ждут сезона загорать, отдыхать. Некоторые едут в Одессу за отдыхом, ведь июнь уже наступил, а у нас тут так эта погодка там не очень. Но будем надеяться, что, как всегда, в Одессе она быстро меняется. И на этот раз она тоже изменится в более теплую сторону, да, Саш? Да, будет тепло. Да, так что мы надеемся. Но природа только радуется тому, что нет жары. Все благоухает, цветут маки, ромашки. И, конечно же, ребята, посмотрите, посмотрите. У нас уже покраснели черешни. Еще не совсем, но кое-где уже такие красненькие, аппетитные черешни. Еще несколько дней, и они созреют все, и тогда мы можем наслаждаться такой ягодой вкусной. Ну, а там у меня все цветут ирисы. Конечно, радует глаз. Ну, а мы ждем дождя. Ну, вот и дождик. Все мокрые. Мокрые дорожки. Дождик усилился. Как хорошо, когда свежий воздушек. Идет мелкий дождь,
И погода такая, знаете, комфортная, можно сказать. Не совсем холодно, ну и не жарко. И я люблю, конечно, вот во время дождика или после дождя вот так вот сидеть на свежем воздухе и любоваться природой и вот таким вот состоянием погоды. Красота. Вы знаете, сегодня праздник, День защиты детей, и, конечно же, я сегодня планировала поехать внучку взять и где-то с ней погулять, где-то на какие-то развлечения ее повести. Но вот как раз-таки погода не дала мне этого сделать, осуществить мои планы, потому что вот, конечно же, дождь, и поэтому не знаю, еще, конечно, только первая половина дня, может быть, все еще поменяется, и не знаю, что делать в этом случае. То ли съездить за ней, то ли перенести на другой день. Конечно, хотелось бы, особенно сейчас закончился учебный год, и, конечно, в завершение этого хотелось ребенка куда-то повести, на какие-то развлечения. Ну вот не знаю, может быть, придется съездить и привести ее просто ко мне. Ну, я еще не решила, потому что еще только первая половина дня. Так что посмотрим. Посмотрим, и от погоды будет зависеть, и от всего остального. А кошечка у нас умывается. Умывается, намывает гостей. Так что все еще может быть. То, как я и говорила, привезли мне Маргариту. Дождь идет, а я иду встречать ее. Где-то там приехала наша девочка. Кто это к нам приехал? Ай, привет, привет! С днем защиты детей! С праздником! Первым днем лета! Да, и вас Славным первым днем! днем лета, а лето у нас вот какое! Вот какое мокрое, Здравствуйте! мокрое! Давай проходим. Проходим, проходим. Вот лето мокрое. Но мы не унываем, да, Саш? Конечно же, в честь праздника, в честь Дня защиты детей, Маргарита получает сегодня шоколадку. Все, всех с праздником. Спасибо. Всех с праздником. И на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.